19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне или Святое Богоявление. По древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие окунаются в прорубь. Но тем, кто собирается это сделать, надо понимать, что это не просто обряд или дань традиции, а духовное событие, к которому надо готовиться и подходить с чистым сердцем и душой. В Славянском районе 19 января окунуться в крещенскую купель можно будет в двух специально оборудованных местах – в хуторе Голицын и на территории храма Александра Невского в поселке Совхозный. Храм будет открыт с 6 часов утра и до 19 часов вечера. Обязательно соблюдение формы одежды. На мужчинах должны быть плавки и футболка, на женщинах – купальник и сорочка. На территориях храмов праздничные службы и великое освящение воды будут проходить с 22 часов в 18 января. Несмотря на непокрещенски теплую погоду, вода в купели будет ледяной. Поэтому, если вы все-таки соберетесь искупаться на крещение, соблюдайте меры безопасности. Если есть проблемы со здоровьем, то лучше не испытывать свой организм на прочность. И помните, это не просто традиция, а целое таинство, к которому нужно подготовиться и прежде всего духовно.